Ну что ж, добро пожаловать на наш 10-й день нашей телестройки. У нас сегодня началась заливка. Ой, чуть не уронил вас. Я проснулся. Просто, знаете, проснулся. Вот тут офис наш, офис, вот тут все лежит, тут инструменты вот лежит. Вон я, видали, я, это был далекий 2020, по-моему, год, и там такие штуки были, можно было со мной сфоткаться без меня, прикиньте, как удобно. Не то, что прям со мной кто-то прям любит фоткаться и все дела, так, надо было что-то взять. Я... Сейчас возьмем с вами пистолет, просто пистолет, чтобы заливать. Там еще, правда, темно, утро, вот это вот. Знаете, вот это вот, проснулся, уснул ночью, проснулся ночью, это такой, блин, смотри, сейчас, я надеюсь, там Паша будет из лифта. А? Ну я пистолет пока взял, надо трубу поставить. А, ну туда пошел заливать. Свет. Вот так вот, вот так вот, оп, тут барьерный шаг тренирую, оп, прорвались к нашему автомату, блин, вспомни бы какое. Так, пойдемте туда. Посмотрим, чего у нас пока имеется. Старт мы еще не заливали. Тут подложка уже есть. Тут и до конца слаломной секции. Вот, короче, как-то так. Как-то так. Почистил половину и уже все, я мертвый просто. Трэш какой-то. Осталось еще столько же. Вон трек. Вон он подсвечивается. Огоньки горят. Скоро вкатим. Причем чуваки сейчас приехали, заливщики, которые будут сейчас 24/7 лить воду на снег. Потом воду на лед. И будет лед. Да. А, вот. Поэтому сейчас все ускорится, будет все хорошо. Саморезы, ничего купай. Я думаю, план надежный, как швейцарские часы. Но, знаете, тут очень красивая дорога в этом месте. Есть свои плюсы. Передача что? Ёпта, меня там гоняют, блядь. Ракету включил. Так, собственно, съездил за саморезами. Вон она, лайба. Ну, ля. Ну, просто иду и не могу налюбоваться. Так бы и сжег бы ее. Ну, что за фары, что за бампер? Посмотрите на эти линии, грани, на эти дыры. Машина дышит. Я возвращаюсь обратно и продолжаем заливать и строить. Блин, а как мне открыть? Типа это Porsche 911. Опа. Ну мед, ребята, ну это же мед. Так ладно,
я поехал. Короче, не переключайтесь. Я искренне желаю всем не ездить на таких машинах. Но у меня не было выбора. Ситуация такая. Ой, ударился. Здравствуйте. Вот мы, собственно, впервые на стартовой рампе с вами на видео. Ну, да, Red Bull помним, любим, да. Как-то так. Там у нас идет заливка. У нас сейчас идет формирование подложки. Того типа надо пойти подвинуть, потому что он что-то как-то медленно идет. Вот. Вроде ускорился. Потому что мы вчера, чтобы вы понимали, да, вот отсюда с Гришей, и вот до сюда пролили за день, и уже можно в теории вкатить. А они вдвоем эту прямую, вот эту не пролили еще даже. Сейчас я раскручу вот эту лестницу и пойду к ним вместе с вами. Что ж, дорогие зрители моего маленького блога на 3 человека. Настала пора моя заливать трассу. Сейчас мы возьмем тут пистолет и пойдем проливать. Это, конечно, плохо, что так вот так нельзя оставлять. Ладно, вариантов нет. Сейчас. Вот такая вечеринка. Так, сейчас нам нужно протащить пистолет наверх. И шланг. Начать проливать в середину. Блять, наверное, плохая была идея и снимать, и тянуть. Вот. А когда нет, когда если да, вот так вот обтянемся. Фу, блин. Ой, фу, блин, точнее, я не матерюсь. Гриль. Блин, я смогу. Так, ладно, сейчас я затяну шланг и продолжу снимать. И вот так вот гуляешь, мокнешь потихоньку. Точнее, обмерзаешь. Вот. Включаешь какую-то музыку, начинаешь думать про свою убогую жизнь. Вот. Для тех, кто любит длительные прогулки по городу, там, я не знаю, походы, это, короче, для вас тема вообще. Вам должно зайти заливать трассы. Вот. Так вот ходишь часа 2-3, потом тебя сменят, покушаешь и дальше льешь. Ну, либо вы должны быть чуваком с айскросса, который просто очень хочет покататься быстрее. То есть я. Вот, кстати, да. Знакомьтесь. Треугольник, про который никто ничего не говорил, никто ничего не слышал. Вот сразу после поворота первого налево. Там он второй маленький и прям сразу... На ходах, на больших придется вам вкручиваться, и тут он прикол будет. Это от меня подгон босяцкий. Вот, да, такие приколюшки у нас появились. Больше вроде ничего нового не было. Просто остальное я рассказывал в обзоре. Мы на сегодня закончили. Мы уйдем, чтобы вернуться завтра и продолжить что делать? Правильно, заливать. Вот, чтобы запас прочности льда был перед 2 днями плюсовой температуры. Вот. Сегодня мы достаточно много наморозили, то есть уже по факту подложка и лед есть на протяжении всего трека, кроме стартовой рампы, которую мы будем проливать завтра. Вот. Но лед еще пока не катабельный, местами он уже начинает вылезать наружу, в том плане, что он становится гладким и на нем уже можно кататься. Но на остальной части, там, на основной части трека он еще не катабельный. Может быть, правда, он будет с утра катабельным, потому что тут сейчас остаются парни заливать в ночь, потому что сегодня будет хороший минус. Вот, посмотрим с утра, что из этого получится.
Вот, но вот пока то, что сейчас вижу я, пока еще рановато, конечно, выходить. Ну и правильно, что мы всего заливали в одни сутки. Вот, посмотрим, что будет завтра. Я надеюсь, что я завтра вкачу где-нибудь аккуратненько. Ну, просто попробовать вообще, что мы тут настроили, что мы тут наделали. Вот, в общем, как-то так. Спасибо, что посмотрели этот недовлог. Там пальцы вверх, подписки, все дела, колокольчики, там что еще нужно делать. Вот, всем спасибо. Увидимся в следующих сериях.